Привет, Димончик. Итак, наконец-то добрался я до сайта. Давай пока по сайту расскажу. Потом надо бы на Яндекс карты зайти. Возможно, да, в сам Яндекс кабинет. То есть потом нужно понять, есть ли ВКонтакте группа у вас. Если нет, то, соответственно, создавать и делать товары. То есть, ну, чтобы с чего-то начинать. Посмотрим. Есть два варианта решения. По интернет-магазинам я сейчас сталкивался, и, ну, как бы есть два варианта, как мы можем сделать. Я так понимаю, что пожелание с интернет-магазином, чтобы было у нас, вот видишь, написано PTO, это название этого шаблона WordPress сайта получается. Что такое шаблон? Это набор дизайн-элементов получается, набор шрифтов уже, стилей, то есть целый веб-дизайн, где мы спокойно меняем картинки на свои текст и получаем готовый сайт. Понятное дело, что надо все пронастраивать, поменять логотип какой-то там. Если у тебя есть, если нет, то сделать, соответственно. Вот у них там такой, типа, базовый логотип идет симпатичный. Ну, понятное дело, что можно там все свое поменять полностью или частично. В общем, это является шаблоном. Здесь написано, вот вначале еще обращу внимание, Pet Store WooCommerce WordPress Zen. То есть pet питомцы магазин WooCommerce, то есть это электронная коммерция, где может быть интернет-магазин, корзина, заказ, доставка, покупка. То есть понятное дело, что этот модуль как бы такой не из простых в настройке, но в то же время это возможно. Можно, конечно, и не использовать его, можно интегрировать ВКонтакте. Я этим как бы давненько, очень давненько не занимался. Думаю, что прогрессировал с момента, как я занимался ВКонтакте, платформа по интеграции с веб-сайтами, где можно, скорее всего, еще и свои товары прикрутить, что очень удобно. Вот, соответственно, можем принять решение, как нам проще сделать, ну, или как мне проще сделать, соответственно, да, при том, что вы, как бы, там, поможете с фото, с текстом, хотя текст весь, по идее, есть на товарах, то есть, но в то же время какое-то взаимодействие необходимо. Так, значит, показываю, что, как бы, в презентации самого сайта. PageSpeed показывает, что очень классная скорость загрузки сайтов. Вот PageSpeed Insights написана вот эта вот фраза. Это говорит о том, что Google очень избирателен к сайтам, которые к нему поступают в поисковую систему, создаются новые сайты. Соответственно, и вот этот именно шаблон, он отвечает всем стандартам и очень, так сказать, хорошо войдет в настройки, я тебе скажу, вот войдет в поисковую систему, в ранжирование, то есть в выдачу в верхних позициях относительно других сайтов на эту же тему. То есть это органическая выдача идет. Мы Google рекламу никак не сможем купить, Яндекс мы сможем как бы купить, но я не думаю, что есть смысл, но можем как бы бить на доставку, возможно, да, то есть, не знаю, договоренности с таксистами там или какие-то сервис-услуги там в плане ветеринарной, ну, я не знаю, друже, это тут надо как бы подходить к вопросу как к бизнесу, на что мы можем как бы делать упор по увеличенному чеку. То есть не там по 100, 500 рублей, а там по 5000, по 10 тысяч рублей. То есть я бы бил как бы в сайте вот все-таки еще и на такие как бы моменты и нюансы. Так, это мы про скорость проговорили. Значит, показывает вот домашние страницы. Какие есть, это общий типа дизайна. Вот показывает он домашнюю страницу, как она смотрится. New Pet Essential, то есть новое как бы направление, Combo Offers, то есть комбо прямо набором продают разные наборы. Прикольно. Dog, Supples, то есть Cat. Ну, можно перевести, это картинки, все, видишь, снизу у меня есть русский перевод. Ну, как бы здесь на картинках текст он не переведет. 8 Pre-built Homepage Layout. То есть 8 вариантов предварительных домашних страниц. Он говорит об этом, что есть 8 вариантов. Вот первый, такой второй. То есть по позициям. Опять же, нас интересовать будет мобильная версия, чтобы красиво смотрелось. 80%, 4 из 5 пользователей заходят именно с мобильных устройств. Ух ты, вот это интересная история. Смотрится прикольно очень. То есть это именно интернет-магазин. Я тебе скажу, низкая среднерыночная стоимость создания интернет-магазина $500. Без наполнения берут, чтобы ты понимал.
То есть обычный сайт от 200 долларов можно собрать, смотря на каких платформах и смотря с каким уровнем дизайна и контента. Так, вот все эти 8 шаблончиков. Я понимаю, что, наверное, нифига вообще непонятно так визуально, если воспринимать. Дальше вот Multi-currency support, это курс, привязка к курсу. Если курс прыгает, то можно всегда как бы откорректировать автоматически цены. Ну, как бы мы можем поставить модуль под себя, не думаю, что это актуально. Но когда много позиций и товаров, то, соответственно, ну, такая корректировка актуальна. Можно рублевый тоже модуль такой строить, чтобы он там автоматически отслеживал это и менял, если нужно. Ну, я думаю, внутри есть какой-то инструмент от WooCommerce, от этого электронного магазина, который нам сможет это делать. Вот. Менять там на 5%, на 10% все товары. Вот так. Instant Search. Это вот поисковый модуль. Я думаю, что он на Ajax режиме. То есть только ты начинаешь набирать, вот show the list. Так. Show the list product when you start typing. То есть, когда ты начинаешь печатать, то есть тебе выдают товары, те, которые у нас есть на сайте. К примеру, корм для там корм для котов предлагают, корм туда-сюда. Короче, вот такие вопросы. Ajax sidebar card. То есть Ajax это в реальном времени. Sidebar это shipping card. Корзина покупок, которую ты набираешь, можно всегда ее посмотреть. Ajax Product, Shop. То есть ты можешь фильтры выбрать по цветам товары, выбрать по цене. Ну, это очень крутой модуль. Как бы вот price, видишь, от до. Поставить только до, поставить только от или по брендам. Можно рассортировать по категориям, по всем моментам, которые как бы тебе интересны. Вон, звездочки даже есть. Есть вот распродажи какие-то дни, я вижу, вон. Такие модули, как бы они показывают сразу. Тут сколько процентов скидка идет. Так, быстрый просмотр. Что это? You don't need always go to product page. Тебе не нужно всегда быть на странице продукта. Add to cart. Не знаю, что это за модуль. Надо смотреть внутри сайта. Так, product for sale. Future product. То есть это показывает дополнительные как бы инструменты, которые есть на сайте в управлении. Product Booster Sales, соответственно, ускоритель продаж. Это то, что вот видишь, Relate Products. То есть то, что смотрят также с этим товаром. Description, описание. Тут вообще как бы о товаре. Вот галерейка небольшая. В мобильной версии, конечно, всегда интересней. Review – это обзор отзывов. Личная информация, дополнительная информация. Тут можно выбрать, кстати, цвет классно. Compage add to wishlist. Это к сравнению и добавить просто в список, ну как лайк поставить, список покупок. Это значит, есть авторизация на сайте. Вот видишь, авторизация, человечек, вот такой лупа слева и человечек идет. Потом идет лайк, это wishlist. И справа идет корзинка, это получается пакетик, типа как магазин, сколько ты товаров добавил, там циферка. А человечек, это значит, человек может авторизоваться на сайте, авторизация через Facebook, Google, наверное. Надо смотреть, через что. Degrees Product View, то есть можно с телефона легко снимать, устанавливается на штатив телефона, и вокруг круговое как бы идет фото. Если что-то действительно дорогое, выгодно так подавать, это очень красиво всегда смотрится. Ну или какой-то товар такой, ну дорогой, то есть надо подавать мы можем красиво. Такой модуль настроен. Так, вот такая история, видишь, да? Как он подается, показывает, что это крас, фашибус, тортор, арку. Не знаю, что это такое, на итальянском, на каком они там пишут. Блогинг, то есть можно новости публиковать. Это система управления. Ой, класс, вообще моя любимая. Я в ней как рыба в воде, Elementor, я много сайтов на ней делаю, это очень круто. И Revolution Slider. То есть это два моих самых любимых инструмента. Это общее описание идет. Это какие здесь есть фишки и примочки. Эту ссылку я тебе сбрасывал. То есть она у нас есть. Это мы на ZenForest находимся, в американском крутейшем сайте. Так, это все предварительная информация. То есть нужно зайти на сайт теперь, на шаблон вот Live Preview. То есть можешь сам глянуть. Я могу, конечно, сделать тебе вот такую обзорочку, которую, так сказать, сейчас за 30 сек постараюсь сделать тебе. Так, вот, подгружается сайтец у нас. Сверху фрейм от Envanta Market, как раз этого американского
магазина таких цифровых продуктов, получается, это видеошаблоны, это сайтовые шаблоны, это модули различные сайтовые, это дизайны, это мокапы, это бигборды, визитки, все, что хочешь на этом сайте есть, очень большое количество разного контента. Так, почему он не подгружается, я чуть-чуть не понимаю. Не понимаю, друг. Так, попробую перезагрузить страничку. Так, закрыть. Ага, не дозагрузился просто. Обновляю. Это все VPN, конечно. Возможно, это травля и как бы, по скорости из-за VPN. Так, жду снова. Угу, вот он подзагружается. У меня темная версия сайта стоит, что как бы с одной стороны не очень удобно, возможно, вот видишь логотип котик собачки и справа Петя, он как бы черный, а должно быть как бы белое, как бы инвертировать должен цветом, но не инвертировал. Так, смотрим, что здесь такое. Подгружается. Меню демос. Так. Блин, подгружаются картинки. Я вот нажал на первую, она меня сразу выкинула сюда. К сожалению, нет предварительного изображения. Когда мы установим себе этот шаблон на наш русский хостинг, соответственно, будет нормально все грузиться и открываться. Я понимаю, что это все из-за санкционного момента. Так, вот так. Сверху по центру у нас логотип. Топ-категория. То есть, соответственно, можно на русский перевести. Смотри, раз. Могу шрифты немножко сейчас подслетать. Не удалось перевести. А ну еще раз. Перевели. Угу. Русские категории. Так, скриншотик все сделаю. Чик-чик. Раз. Здесь смотрим меню. Дай-ка меню нам закрыть. Дай меню. Меню не открывается. Дальше. Так, магазин сейчас. Горячие летние предложения. Выбрать элементы только онлайн. Портировать свою настоящую любовь. Испортить. Ну, хороший перевод. Вообще не уход. То есть такие красивые блоки. Потом, ага, вот меню проснулось. Меню. Закрыть, пожалуйста, можно? Вот close. Бестселлер, то, что лучше всего продается. Еще и со скидоном. Цены на товары. То есть такие дизайн-блочки есть, которые можно менять, можно ставить. То есть вот такая история, да, идет на сайте. То есть это один из 8 шаблонов. Но это, опять же, первая только страница, еще нужно смотреть, как каждый товар представлен, как у нас популярные вон бренды. То есть ну, люди знают некоторые бренды, там Виска скидка, да, какой-то. То есть это подвал сайта, где вот общие как бы, моменты прописаны. Видишь, меню такое вот интересное. Снизу написано, какие системы оплат, ну, с какими работаем. То есть вот. В меню у нас вот дом, типа домашней страницы, магазин, товар, блог, страница. Ой, друг, короче, в общем, если тебе эта задача нравится, я свое время уделил, где-то уделять, будем работать, соответственно. Ага, видишь, да, в самом верху показал, наконец-то, загрузилось это три вот таких слайда, он предлагает. Я знаю Revolution Slider, крутой инструмент. Не совсем он здесь правильно как бы показал. Русский, английский, видишь, из-за перевода. Шрифт гульнул. Педигри. Купить сейчас. Ну, короче, интересный как бы магазин. Вот, корзина есть. Кошачья еда, лучшие категории. Игрушки для кошек, собачья еда. Добавки для собак, класс. Ну, короче, классная штука, друг. Я, конечно, хотел бы такой сайтец своему бизнесу. Уверен, что это актуальная тема и была, и будет. Опять же, интернет-магазинов, зоомагазинов именно
Я не думаю, что можно много сосчитать. Может быть, еще и себе, и брату. То есть у вас две точки есть по доставке, чтобы было выгодно и логично это тоже сделать. Объединить эти два адреса, да? Так, 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 так. Купить сейчас, добавить в корзину. Раз. Есть у нас корзина, количество штук можно выбрать. Описание какое-то идет. Вон он перевел описание, но тут оно базовое идет. Ой, что нажал. Ничего страшного. Ух ты, получи скидку 10% на следующую покупку. Круто. То есть замануха на постоянных клиентов. Так, купить, нажал. Добавить в корзину. Да, хочу. В чем проблема? Дружи, не знаю, все, я уже немножко, так сказать, устал, включился в задачу, есть еще несколько работ у меня. Несколько работ, которые нужно выполнить. Поэтому, если что, продолжим уже дальше работу. Это не единственный, как бы, вариант, который мы можем получить, но я скажу, что, в принципе, в нем вроде как все есть, то, что нам нужно.